Я приветствую всех, кто смотрит этот отзыв. Меня зовут Изольда. Я с превеликим удовольствием записываю этот видеоотзыв. Расскажу немножко предысторию. Дело в том, что у нас возникла проблема с сайтом интернет-магазин. Мы попрощались с разработчиком нашего интернет-магазина, заказали аудит, ну и по результатам аудита обнаружилось очень много, ну, скажем так, ошибок или там недоделок каких-то. Вот, и тут возникла срочная необходимость внести правки. Я долго думала, обращалась к специалистам разным, пыталась обратиться, но многие мне отказали именно в правке сайта. Предлагали создать новый сайт. Ну, сказали, что это действительно править очень тяжело, это большая работа, что легче создать новый сайт. Но потом я вот вышла на Федора, ну, чисто случайно в интернете нашла Федора, посмотрела отзывы, вот, связалась с Федором, и он не отказал мне. Сначала предварительно я приобрела курс по созданию сайта. Решила сделать это сама, но поскольку я по специальности финансист, ну, все-таки подумала, что я смогу освоить это дело. Ну, в общем, обратилась к Федору, купила, приобрела сначала курс обучающий, потом в силу того, что нужно было очень срочно поправить сайт, поскольку работа идет, и невозможно было остановить сайт. Мне нужно было срочно его поправить. Я обратилась к Федору, он не отказал, назначил мне онлайн-консультацию. Кстати, очень рекомендую всем. Онлайн-консультация очень удобна тем, что в процессе консультации можно задавать любые вопросы или что-то, если непонятное, то тут же выясняешь это. Вот Федор очень доходчиво на одном языке. Предварительно я очень боялась обращаться вот так к специалистам, поскольку боялась, что они будут говорить на своем языке, и я его не пойму. Но Федор очень доходчиво все поясняет, объясняет, что называется, все по полочкам раскладывает. Поэтому было все понятно. Мы общались по скайпу, причем велась параллельная видеозапись, которую он тут же присылал после окончания нашей сессии. Вот, а чем удобна еще видеозапись? Вроде в процессе консультации все понятно и все помнишь, а потом вдруг что-то забудешь. Можно всегда открыть видеоконсультацию, посмотреть, что-то для себя зафиксировать, что-то записать. Очень удобно. Ну, в общем, за 2 или 3 дня мы поправили весь сайт. Замечаний было очень много. Еще раз хочу повториться, что многие специалисты вообще отказались от этого, а он мне помог. Вот прям рекомендую всем обращаться к Федору. Объясняет очень доходчиво, очень серьезно подходит к делу. Специалист, ну, отвечает на все поставленные вопросы. Я как-то заранее от занятия к занятию, до следующего занятия, я готовила список вопросов и список тех правок, которые нужно внести. И мы с ним очень оперативно на следующем занятии все отрабатывали. Так что я очень довольна этими занятиями, очень довольна Федору, рекомендую всем. Я очень счастлива, что я вообще попала к нему, что без проблем за 2-3 дня мы поправили столько ошибок на сайте, и сайт у меня сейчас выглядит совсем по-другому. Вот. Что еще хочу сказать? Ну вот еще впереди у меня целый курс
Я, кстати, перед тем, как обратиться к Федору с просьбой об онлайн-консультациях, прошла несколько видеоуроков по созданию сайта. Так что я уже немножко была готова к этой консультации, но хотя бы уже понимала то, о чем он говорит. Поэтому впереди у меня еще большой курс. Вот. И параллельно, кстати, Федор мне установил в рамках нашей консультации тему Woodmart. И, ну, то есть он установил ее бесплатно. И эта тема мне очень понравилась. Я ее вот сейчас уже осваиваю. Прислал сразу ссылку на обучающий курс по Woodmart. То есть на любую тему, на любой вопрос он мне тут же присылает ссылку на YouTube, на свои видеоуроки. Конечно, это очень здорово. Так что я всем рекомендую Федора. А Федору прям просто отдельная благодарность за то, что не отказал мне, за то, что мы оперативно поправили мой сайт. Я просто не представляла себе, что делать. Он меня очень выручил. Так что теперь по любому вопросу, я думаю, все равно будут возникать в процессе обучения какие-то вопросы, и я еще буду обязательно к нему обращаться. И понимаю, что я всегда получу результат. Так что, Федор, спасибо вам большое. А тем, кто смотрит мой видеоотзыв, очень рекомендую. Даже не думайте и не выбирайте. Федор – это супер просто человек, суперспециалист. Всем всего доброго!